Всем привет! В этом коротком видео хочу рассказать о способе получения до 90 тысяч монет Шикоту за короткий период времени. Речь пойдет о квесте на новом острове. Для квеста вам потребуется всего лишь отправить своего персонажа рыбачить, и через какой-то период времени он может выловить бутылку с картой. Открыв эту бутылку, у вас появится квест, который я только что выполнил, «Поиск сокровища». Выполнив этот квест, вы получите 10 тысяч монет Шикоту, ну и остальное по мелочи. Фишка в том, что этот квест можно выполнить один раз на одном персонаже. То есть, если я сейчас отправлюсь этим же персонажем рыбачить, я эту карту больше не получу. Но если я перейду на любого другого персонажа, я смогу повторить этот квест заново. То есть мы переходим на любого другого персонажа, отправляем его также в деревню, также рыбачим, ждем, пока выловится карта, открываем бутылку с картой и выполняем этот короткий, быстрый квест. Получаем 10 тысяч монет Шикоту. А в сумме, если у вас максимальное количество персонажей на аккаунте, вы можете получить 90 тысяч монет Шикоту. Ну, собственно, на этом все. Больше нет смысла затягивать это видео. Если эта информация была для вас полезной, поставьте лайк, подпишитесь и до встречи. Всем пока!